субботу в Самарской области малооблачно, преимущественно без осадков. Днем плюс 23, плюс 25, ночью 13-15 градусов, выше 0, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно, в дневное время плюс 23, ночью плюс 17, восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем 23, ночью 15, выше 0, северо-восточный 3 метра в секунду. В Самаре переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем плюс 23, ночью плюс 16, восточный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 55%, внимание, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.